Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Санек, Дэн, Венера. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Здорово, ребят. Всем привет. Ребятушки, всем понравилась рубрика «Что можно сделать в Гаррис Моде за 10 минут». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня хоррор, перестрелки и веселье. Погнали. Смотрите, что я подготовил. У нас первое сохранение, хоррор, мэп V1. Все, пацаны, пошлите со мной. Вот, уже первый монстр есть. А что будет, если я подойду? Я не понимаю. А ну дай я стрельну по нему. А, это просто тень? Офигенно сделано. Так, пошлите дальше, посмотрим, что нам тут подготовил. О, светом что-то мигает, стоит. Кто это? И зомби слышу. Подожди, а как нам тут пройти? А ну давай с другой стороны, давайте назад вернем. Там же два прохода, давайте сюда сходим. О, пошли, пошли зомбачачины. Кусуняк, я тебя спас жизнь. Еще один. Еще идут. Красиво. Ой-ой, ты его зарезал, что ли? Да. Это было прикольно, так именно упало у него все с головы. Я слышу еще кого-то здесь. Офигенная конечно, карта. Нет. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вам нравится эта рубрика, напишите, нам нравится. Да, все, конец. Пацаны, это было мини-хоррор прохождение. Так, да. Теперь берем что-нибудь посложнее. Называется сохранение зомби Escape Pod 2. Смотрите, что здесь уже разработчик сделал. Прям очень круто. Так, это Климб. Так еще прикольно написано. О, подожди, тут что там? Так, статуэтка. А, надо сесть, наверное, на седлушку, да? Потом встать, и я окажусь там. Давай, давай, быстрее. А, вот. Ого, их тут, ё-моё. Слышь, вы, щенки. Вот это уже карта поинтереснее. Идет разогревочка, все больше и больше все будет зомбаков. Давайте попробую без глушака издалека помочить их. Так, смотрите. Ай, патроны кончились. Дима, покачай меня на качелях. Красиво сложились. О, давай покатаю тебя. Ла-ла-ла-ла. Смотрите, какое небо на этой карте офигенное. Ага. Необычно. Ой, могу автоматом тебя покачать? А ну, пацаны, отойдите. Да не, меня не убьешь. Сейчас. Ой, извиняюсь, качеля сломилась. Так, что у нас тут вообще еще сделано? Дым, смог такой стоит прикольный. Ой, ророчки, это значит каких-то текстур на нас не хватает. Вон еще зомби. Иди сюда, щенок. Красиво, сразу сложил. Ого, ты гусанек-псих какой-то. Давайте, хэштег гусанек-псих. Налетает с ножом на всех. Так, хэдкраб сложился? Сложился. О, я хочу, знаете, чем уничтожить? На, попей. Это было красиво. Ого, смотрите, чувак с пилой прям распилятый. Так, ребята, сейчас будет еще интереснее. Потому что с каждым разом все будет сложнее и сложнее. Так, называется Downfall 5.2 Risings. Смотрите, что вообще тут уже как круто все сделано. Так, здесь уже паркур, видите, куда нам надо? Опа. Так, давайте сразу уничтожим вентиляцию. Давай, гусенек, покажи, как надо паркурить. Изи. Так. Давайте за мной. Я знал, что ребята мастер паркура. Сейчас пройдем. Вы что, серьезно? Ну, гусанек, ну ты ж читер. Ну, гусанек, ну как ты это прошел? А вы что, не можете? Да не, сейчас пробую. То я пошел, то я по... Блин, ну это что, вот это такое сложное нам попалось? Пацаны, вы слышите, сколько там звуков зомби идет? А ну разбей, а то я не могу свою ножку. А что, ножика можно разбивать? Так, надо что-то помощнее брать. Во, я возьму 150 патронник. Сейчас мы им навалим. Так. Осторожно. Так, 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 давай, давай. Их там, потому что очень много. Ой. Нифига себе, их там внизу, смотрите. Офигеть. Я могу их так убивать? А нет, пули не пролетают. Че, гусуняк, не идем? Давай идем. Мы их, наверное, потом убьем. Ну да, патроны не хотят пробиваться. Да что ж вы такие рахитные? Надо с контролом, пацаны, прыгать. Уй, там. Мы сейчас будем мочилово. Сейчас, ребята, мы покажем, как надо. О, там что, можно туда было? Ну, хотя туда никак не пройти. Так, я готов, пацаны, сейчас я перезаряжусь. Смотрите, как я буду сейчас их мочить. Я псих. Я очень разозлился на них. На! Просто ни о чем.
Ого, там рыки какие. Ого. Строчим нормально, пацаны. Гусенек, осторожно, чуть по тебе гранаты не кинул. Отойди. Это было эпично. Так, это нам надо по танку сюда? О, наверное, да. Идемте. Да, вот. Я еще слышу. Так, наверное, я базуку погорячился взять. Давай пролазь. А пролажу, жирная жопа же ж. Чика, чика их. Так, тут кнопочку надо нажать. Давай, нажимай. Они нажимаются. Может, надо ящики разбить? А, о. Да, точно. Здорово. Ой, там чувак руки моет. Сюда, сюда. Давай, заходим. Короче, бракованная кнопка. Наверное, так и расчет, что типа мы открыть не можем, надо сюда пройти. Ну да. Я слышу, там пушка какая-то с Half-Life 2 идет. Ну сейчас будет нам еще мочевого, наверное. Да, я готов. Перезаряжаемся на всякий случай. 150 патроны. Где ты, мой родной? Так, сюда паркур. Тут вентиляция. Все, иду. Молодец. Слышь ты? Ой. Блин. Я запрыгнул, пацаны. Все, полезли. Можно это был расчет, что типа будешь по нему стрелять и разобьешь эту досточку? Ого, они там рычат, ребята. Это очень что-то жесткое нас там ждет. Дрободаж. Опа. Нифига себе, смотрите, что здесь. Оп, мое. Давайте, залазьте. Ой. Муравьиные львы. А! Блин, они меня убили. А, меня убили. Прости. Ого, тут горгульи висят. Ты, обрыгачка. Вот это жесть, карта! Мочи, горгульи. А! Да кто мне в спину стрельнул? А, это эта штука пришла. Мочи ее. Давай, гусенек, мочи. Все. Фух, слава богу. Давай еще горгульи мочить эти. Ай! А, мы всех уничтожили? Гусенек, я тебя спасу. А! Кто меня бьет? Еще одна живая. Вот все, это пойдем. Жесть. Все, ребята, налепили нормально здесь. Так, куда нам дальше идти? Сюда, да, я так понимаю? Ну. Так, подожди, подожди. А вот. Да, сюда. Сигнализация так прикольно работает. Так, ну звук зомби я не слышу. Турель! Ты дурная турель! А! Вот это жесть, меня сняли. Откуда она стреляет, эта морда? Так, нам сюда. Я, короче, беру. О, давайте что-то помощнее возьмем. Стойте. Поехали. Раскрышил всех. Ой, тут это, тут какая-то лаборатория. Офигенно сделано. Ой, я гранатка сейчас раздуплю это все. А ну-ка, гусенечек, отойди. Отойди, отойди оттуда. Опа. Нам сюда? Да, стрелочка идет сюда. Люди. А это наши, они не будут нас убивать. Все. Это мы типа прошли, да? Mission complete. А ну зачем ты его убил? Да ты чего? Да я их убью. Ой, дайте я гранатку туда брошу. Пацаны, осторожно. Ой, не хотел. Ха-ха-ха, блин, классно. Так, следующий у нас называется Underground Escape Pad 1. Поехали дальше. Ого, здесь эпически что-то творится, смотрите. Офигеть, а можно кнопку нажать? Кнопка не нажимается. Так, ладно, нам надо... Вот, вентиляция. Где? Вот. А, сейчас, давай. Подожди, эту штуку уберу. Пошлите спасать. Там чувака нормально так зажало. Так, надо оружие сразу какое-то взять. Где мой AR-2? Вот, не, возьму эту шару. Там какие? Там почему-то они сами умерли. Ну, наверное, так и расчет был. Так, подожди, сюда вроде нельзя пройти. А, нет, там это просто пугалочка, нам сюда.
Ага. Так, спрыгиваем. Йо. Блин, сколько здесь всего навалено. Так, так. Пацаны, не толкаемся. Куда нам? А вот. Вон. Офигенно. Вот это прям как будто другая игра совсем. Это тюрьма целая. Ребят, вы где там? Прыгайте. Не бойтесь. Нема ничего. А тут нельзя пройти? Нет. Там страх. Не надо туда идти. Так. Перезаряжаемся. Аптечка. Спасибо. Так. Это как типа база наша. Так, ну тут экранчик нельзя. Тут ничего не работает? Есть. Ой. А что это? Не знаю, это может кто-то это открывается? Ого! Ой. Неплохо жахнуло. Вот, вот вентиляция, надо что-то подложить. А ну, Дим, давай подсажу тебя. А где вентиляция? Не вижу. Вот, вот. Ага, вижу. Так, может мне надо открыть как-то вам? Отойди. Так, пацаны, я вас жду. Потому сейчас, что что-то одному стрёмно идти. Тут зомби кидают ящики по мне. Дурак, что ли? Я могу открыть? А, тут замок. Да блин, а. Компьютер не ставит. Мы лезем, Дим. Офигенно, это что у нас? Next pad. Так, это мы оказались с другой стороны, я так понимаю. А эти, подожди, баллоны такие, по идее, должны взрываться. Ну да, я стрельну. Да, они взрываются. Да. Сейчас ящик уничтожится. Ну все, это получается мы прошли. Да. Так, давайте что-то загружу, где много зомби. Хотите? Хотим, я буду давай, себе резать. Все, давайте, пацаны. Ого, давайте тпхайтесь ко мне. Давайте этих челиков убьем, они нам мешают только. Нормально? Пойдем? Одним залпом, сколько я замочил сразу. Мочи, мочи всех! Ого, я убил сразу сколько штук. Неплохо, пацаны, мы крышим их. Ух, вот он такой громкий пулемет, нифига себе. Они ломают нашу эту штуку. Смотрите, заграждение наше, где мы прячемся. А! Ай. Я не хотел бы, Сонёк, тебя убивать. А! Убегай! Убегайте! Убивайте. Где мой арбалет дежурный? Неплохо. Хорош. Все, мы пацаны. А, не, еще. А, нет, так оказалось, что хэдкраб ходит еще здесь. А, не, ходит. Ходил. Вот это было зомбаков много, реально. А, еще есть. Не успел. А, не, реально, я не успел. А тут еще что-то есть? Может, давайте сюда пройдем, посмотрим. Да это вторая просто часть, где можно их мочить. А, ну когда я отойдите. Прикольно, они так все подвинулись. Ну да, прям за... Ай, гусанек, ну не беги вперед. Ого, тут сколько их. Пацаны, вы видели, что тут есть? Да. Ё-моё. Мы могли реально тут запастись костюмами, всеми делами. Офигеть. Броню повыдавать себе. А тут что? Тут ничего нету. Ну да, и вот здесь заграждение есть. Если понравилась эта серия и эта рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!